Терез Жан-Лангодарни, французская актриса. Терез родилась 18 сентября 1891 года в Париже. С 1913 играла в театре. В 1930-1958 года сыграла более чем в 40 фильмах. Терез Дарни была подругой писательницы Калет. В 1964 году она вышла замуж за художника Андре де Саганзака, который скончался 17 сентября 1974 года. Спустя два года, 14 марта 1976, скончалась Терез. Она была похоронена на кладбище Сен-Тропе вместе с мужем.